Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Я Бахтина Елена. И, наверное, вы уже читали мою книжку, которая называется «Старости нет» или «Как оставить своего доктора без работы». Я отношусь к тем женщинам, которые неравнодушны к вопросам взросления. Вот слушайте, я прям не... Я вот как физиолог, я вообще не физиолог, я врач-акушер-гинеколог, но я очень хорошо знаю физиологию. Я прям не вижу ни одной лазейки, через которую могла бы залезть ко мне, например, в организм старость. Я в нее просто не верю. Теперь, наверное, и вы не верите, если вы прочитали мою книгу. Но в этой книге нет одного важного фрагмента, этот фрагмент никак не дашь. А именно это... Как вы двигаетесь, какая у вас походка, какая у вас осанка, насколько ваше движение, каждое ваше движение соответствует молодому полному движению, насколько ваши мышцы находятся в состоянии скукоженности, вялости, гипертонуса, или это мышца, которая молодая, длинная, красивая, каждый момент времени готова к активной деятельности, а когда деятельность завершена, готова к стопроцентному безапелляционному релаксу. Я эти моменты понимаю, и вы знаете, в основном я занимаюсь биохимией, то есть как человека накормить, как человека почистить, как у человека убрать всяческие дефициты, но вот этот момент мне, честно говоря, был непонятен. И так как я человек неравнодушный, я пыталась все найти, что же, как же мне можно с этим поработать. И набрела на книжечку, точнее мой остеопат мне посоветовал книжечку Томаса Ханны «Искусство не стареть». «Искусство не стареть». Если вы найдете эту книжку, я думаю, что она станет для вас краеугольным трудом для понимания собственной физиологии уже движения. Я прочитала эту книгу, дошла до практических вот этих рекомендаций, медленные движения, как кошачьи подтягивания, и застопорилась, потому что, ну, я, честно говоря, интеллектуально поняла, но мне нужно, чтобы кто-то показал. И прошло 5 лет с тех пор, и, ну, прочитала книжку, что-то поняла и ничего не делаю. Это, знаете, мертвый груз, который захламляет чертоги памяти на самом деле. И через некоторое время, через 5 лет, я вдруг решила вернуться к этой теме, увидела продолжение, что ли, этой темы. И сейчас нахожусь на сертификационных курсах по соматике Ханны, то есть скоро буду сертифицированным специалистом. И когда я нырнула глубоко в эту проблему, когда я нырнула глубоко в этот способ смотреть на человеческую молодость, я поняла, что, боже, мне открываются невероятные перспективы. Это фактически двигательная таблетка от старости. Я понимаю, что вы мне сейчас не верите, но я хочу, чтобы вы проверили вместе со мной. Для того, чтобы проверить, я вас приглашаю присоединиться к группе девчонок и мальчишек, которые хотят своими телами доказать, что старости нет. Это будет в замечательной стране, называется она Болгария. В Болгарии есть крутой город, маленький городишечко такой, но он расположен прямо на берегу Черного моря. Свете, Константин и Елена, и мы сейчас находимся с вами в холле шикарного отеля, 4-звездочного отеля, который называется «Романс». Вот. И тренинг начинается с 20 февраля и закончится 1 марта. Вы можете к 8 марта подарить себе молодое красивое движение. Тренинг веду не я, а мой партнер Елена Нестерова. Это девушка, которая имеет огромный опыт и фитнес-нагрузок, и спортсменка, и она просто уникальный соматик, точнее, это тот человек, который поможет вам отстроить красивое молодое движение, красивую молодую походку, вернуть королевскую осанку и убрать все признаки вот этих гипертонусных, портящих наш экстерьер мышц. И я уверена, что будет очень хороший результат. Это игрок номер один в нашем замечательном анти-эйдж тренинге, который посвящен королевской осанке и молодой походке. Но как же вас отпустить без понимания физиологии питания? Поэтому Яночка Проценко — это мой партнер, можно сказать, биохимический партнер. Она
очень четко знает, как человека накормить, как человеку объяснить, что есть, что не есть, когда есть, сколько есть, как отредактировать суточные нормы по воде, по белку, по углеводам, чтобы ваше тело потеряло грацию бегемотика, чтобы ваше тело стало молодым, гибким, красивым, сексуальным, ну и так далее. Но в общем, это очень серьезный, многогранный, структурированный подход, который преподают выпускники курса трансформации тела и выпускники Академии здоровья Елены Бахтиной. Да, то есть это ученицы, это мои партнеры замечательные. И, конечно же, я вас приглашаю отработать на себе все эти и двигательные, и биохимические методики. Курс наш будет длиться 10 дней в этих замечательных стенах. Тут совсем недалеко Черное море, конечно же, это прогулки. Каждое утро и каждый вечер мы будем с вами, вы будете заниматься соматическими упражнениями с Еленой Нестеровой. И, конечно, будет 3 практических блока в нашем замечательном ресторане. Это завтраки, обеды и ужины под контролем Яночки Проценко. Более того, на входе в тренинг мы обязательно возьмем ваши данные по структуре тела. И мы очень надеемся, что будем настолько эффективны, что в конце тренинга, через 10 дней, эти данные изменятся в сторону снижения биологического возраста. И вы поймете, что вы на правильном пути, вы идете по правильной парадигме, и за 10 дней уже можно получить хороший результат, который уже развивать в течение дня. Поэтому, если вы хотите присоединиться к этому тренингу, то под этим видео вы найдете ссылочку, по которой можно забронировать свое участие с 20 февраля по 1 марта. Будем рады вас видеть. Тренинг проходит без меня. Это уже ведут сотрудники курса трансформации тела и Академии здоровья Елены Бахтиной. Но я всегда с вами, и я буду очень-очень рада вашему прогрессу. Пока-пока!